из этого цикла называется «Конец февраля». А мне тут недавно предложили повышение на работе. Зарплата будет в полтора раза выше, чем раньше. Станет возможным какое-то денежное накопление. Конечно, придется прекратить эти дорогостоящие отпуска, перестать кататься по миру, но мы, наконец-то, купим квартиру, выплатим через 10-15 лет, и тогда уже будем копить на небольшой домик в Провансе. Она говорит, нет уж, тоска, тоска, не хочу оставаться. Лучше пропахший тряпками государственный звездолет, лучше вручную колоть метановый лед. На спутниках Юпитера лучше копаться в тоннах коричневого песка на Теренской земле или на плато Дедалия, или даже в Элладской долине. Я говорю, это где? Она говорит, на Марсе. Планету зажмурится.